Ивановский центр культуры и отдыха открыл новый сезон. В прошлом зрители наслаждались музыкальными и театральными постановками, историческими программами. В этом сезоне ивановцев ждут как традиционные полюбившиеся мероприятия, так и совсем новые шоу. Абонементов, которые мы разработали для школьников разного возраста, это начальное школьное звено, среднее школьное звено и старшеклассников. Причем мы посмотрели в этом году тематику абонементов, связанную и с историей нашей страны, с историей нашей области, посвященной столетию Ивановской области. Самый, пожалуй, важный проект этого года – арт-лаборатория «Изюм». Помещение уже подобрано. Это бывший клуб «Экипаж», больше известный молодежи как «Облика морали». Предполагается, что «Изюм» станет одной из лучших творческих площадок. Там будут проходить выставки, перформансы, дискуссии. Интерес, знания и на кого это мы рассчитываем, эти программы – это юность, молодость. Вот поэтому «Изюм», и каждая программа еще должна быть интересной, что-то с изюминкой. Вот поэтому родилось такое именно название этого арт-объекта. Сейчас в стадии готовим проектно-сметную документацию, ремонтные работы, но уже сейчас там занимаются наши творческие коллективы. Вскоре в здании будущего «Изюма» закончат ремонтные работы, но уже сейчас там занимаются несколько творческих коллективов. Торжественное открытие запланировано на декабрь. В ЦК ИО не забывают и про совсем маленьких зрителей. Малышей и их родителей ждут интересные музыкальные и танцевальные постановки. Пришли к выводу, что больше дети, несмотря на то, что они приходят в зрительный зал, они смотрят спектакль, для них интересен интерактив. Поэтому мы будем стараться больше дать детям интерактива, чтобы они были участниками данного спектакля, данного мероприятия, и им было интересно. Для всех посетителей в этом году в фойе ЦК ИО работает уголок буккроссинга. Его представили участницы конкурса «Ивановская красавица-2017». Девушки рассказали о своих любимых книгах и оставили их на полках на память. Финал конкурса состоится уже в эту пятницу. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.